Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзорчик на очень интересного героя. Это будет Дино Майк. Вот такой вот герой. Он у меня уже 10-й силы. Дают его за прохождение, открытие кубков. Ну, реально очень интересный персонаж. Вроде такой простой с виду, там, не знаю, ничего особенного, здоровья немного, атаки тоже, в принципе, не особо кажется много, но он реально очень имбовый. Почему? Потому что им очень кайфово ходить на кристаллы, то есть на фар кристаллов, где 3 на 3, и там, блин, ну реально он трешует. Он кидает свои динамиты через забор, соответственно, очень сложно угадать и увидеть, когда ты особенно играешь там ближником, что к тебе летит динамит непонятно откуда. В общем, герой очень интересный. Поехали потестим его на разных локациях. Так, вот сразу же первый минус. Он бегает и его очень быстро сливают. То есть надо всегда им прятаться. Я пока только учусь. И реально очень-очень сложно смотреть за всем. Вот видите, сзади ко мне подобрался. Все, сейчас он меня сольет. Кольт, ну против кольта, если один на один так выйдут, есть, конечно, вариант, если я буду фул заряженный, я кольта солью, но если я где-то кидаю динамит, это, конечно, печально. Еще один, ну, это опять же, это рандом. Какой минус? У тебя рандомные противники, надо всегда подбирать какую-то пачку определенную. Когда у тебя рандомчик такой, ну, есть, конечно, варианты, когда реально играют там люди, которые уже умеют, и с ними попроще играть. Когда ты играешь с такими же нубами, как сам, реально очень сложно, потому что, может, где-то ты и у меня прокачка здесь сейчас решает, но один против троих здесь, ну, никак ты не справишься, какая бы у тебя там ни была прокачка. Поэтому вариации, скажем так, прохождений можно затащить даже топовые там пачки, главное собрать правильную команду. Ну тут, как видите, у меня Бо тоже кайфовый герой, у меня он есть на максималке уже, тоже вам его покажу, реально очень понравился. Но бочка у нас, к сожалению, не то что надо здесь. Конечно, она тащит, но надо, опять же, состав очень хороший. Вот у меня вот есть заряд, как видите, вот сейчас я возьму вот мега бочка, она, конечно, подкидывает, отбрасывает, и плюс у меня пассивка открытая, которая, я если возле себя бомбочку кину, она меня подбрасывает, я могу перелететь там через препятствие. То есть тоже довольно таки интересно, надо будет тестить, надо научиться им играть, потому что им играть реально не так просто, как кажется. Но герой действительно достойный. Если я не ошибаюсь, его дают за 2000 кубков. То есть я уже его давненько получил. Ну, я на этой неделе уже фактически всех, кроме Спайка, получил. Прокачал на максималку. Возможно, где-то будут продавать. У меня только осталось Спайка добить и прокачать его на максимум. Так, окей. Let's go. Сейчас, по идее, должны мы их раскатать. Ну вот Пэм тоже офигеннейший герой, но опять же, Пэм ничего не сделает своим отхилом, если есть вот такой вот герой, который будет побивать. Там тоже, как видите, Динамайк есть, но у нас Эль Примо и Пиратка. Не помню я еще всех как героев, точнее не выучил я еще всех, но посмотрите, что он делает. Он просто тупо шатает, он не дает подбежать. Там точно такой же Динамайк бегает, но меньше прокачки. Вот посмотрите, что вообще супер. Раз, два, вот Пэм даже та же самая, она бежит. Ну, блин, тут из ниоткуда. Ну, меня слили. Заговорился. Так, окей. На тебе. 2000 урона, блин, это, конечно, офигеть. Все, вот мы уже. Отбрасывающая волна. Ну, все, тут они уже ничего не сделают. Без вариантов. К нему подступиться реально очень сложно. Все. Этот раз мы затащили. Вот так вот. То есть здесь он реально очень кайфовый. И мне реально очень нравится им играть.
Я хочу всем докачать 200-ки, набить 4000 и уже дальше трешовать на 300 всех выводить постепенно по очереди, потому что надо играть всеми персонажами, и одним будешь играть, честно говоря, не то, надо играть всеми по чуть-чуть. Так, ну вот столкновение тоже довольно-таки интересный вариант, он здесь реально тоже очень много что решает. Бул, конечно, его затащит вблизи, но если к нему, вот смотрите, вот так вот он перелетает, то есть чем интересно, вблизи можно нормально вылетать. Такс. Вот чем здесь хорошо, конечно, то, что он будет просто так вот ушатывать их. Ну все, до свидос. Минус один сделал. Это я, конечно, зря побежал. Ну, кольт, опять же, смотрите, кольт, ну, вообще не вариант. Меня, видите, как поднесло. А, так. Да я все равно ж тебя достану. Вот видите, в чем преимущество. Ты можешь кидать вперед, куда хочешь. Противник бежит, он не ожидает. Так, чуть я не слился. Вот опять же, будет сейчас бегать, но... Мега-бочка и обычная гранатка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас план меня затащит. Вот, не прочекал, видите, пробегал. Соответственно, мог свободно первое место затащить. Ну, вот так вот. То есть надо всегда чекать кусты. Такая локация, где все сидят по кустам, выжидают. Так, поехали дальше. Ограбление. Чем здесь он тоже интересен? Дальник через забор бросает, сейф разбить, честно скажу, очень легко им, то есть реально очень кайфово. Плюс, ну вот видите, тут у нас все такие ближники, скажем так, то есть Эль Примо, Булл, Дракула. Ну все, ничего себе, убежал, убежал. Так, сейчас нас, наверное, Примо затащит. К сожалению, затащил. Надо будет попробовать им 3 раза подряд. Так, это не зря. Увидел, что мы разрядились на него и сразу же перешел. Ну, это все фигня. Так, поехали, побежали. Вот в чем плюс, ты можешь до сейфа достать запросто. Откидаешься, бомбочки убиваешь их. Соответственно, еще и сейф задерживаешь. Сам себя подкинул. Вот, в принципе, и все. То есть такой вот вариант, здесь тоже можно его использовать довольно-таки хорошо. Но опять же, все зависит от того, какая у вас команда и кто будет против вас. Так, ну об этом я вам рассказал. Поехали. Крючок заберем. Монетки еще дополнительно. Ну, блин, мне нужна 1 звездная сила и кактус. Поехали в это столкновение, посмотрим, что здесь. Так, с каждой сам за себя. Кто там у нас? Или кто? Да, по-моему, был. Я, конечно, зря кустам подпишем. Да, он меня сейчас, наверное, просто ушатает вблизи. Без вариантов вообще. То есть вблизи им подбегать вообще без понтового вас просто ушатают. Булл, Шелли там и другие, они просто разберут. Жизни не так уж и много. Если у меня здесь жизни нормально на такой прокачке, то там у вас будет не особо. Еще вариант, давайте затестим его в роборубке. Тоже хочу здесь посмотреть на него, что он может, сколько проживет. Максимум, что я здесь держался, это 6 минут. То есть довольно-таки неплохая награда, 12 сундуков. Если с удвоителем. Я вытаскиваю, ну, посмотрим. Но здесь надо немножко другие герои. Хотя, я вам скажу, он тоже здесь будет реально помогать. Если единственное, я не буду кидать сейчас вблизи большую бомбу, потому что я буду разбивать забор. Соответственно, стрелки вот эти, они будут просто напрямую стрелять. А так они хоть отбегают, есть хоть какой-то выигрыш времени. В этом есть тоже плюс. Так, ну окей.
Две по две неплохо, 6 тысяч выкидывает. Единственное, жизнь маловато, конечно. Ну и надо наперед кидать, то есть если вы им играете, старайтесь кидать наперед перед героем, потому что он когда бежит, то есть вот робот бежит, вы на него целитесь, он уже пробегает, соответственно, достает, то есть на пару кругов наперед. Вот тут вот сейчас отлично. Смотрите, просто кайф. Также здесь неплохо заходит Франки. Ну, давайте попробуем робота прокинуть. Ой, куда же вы его ведете? Сейчас он меня ушатает тут ракетами. Они чуть-чуть выжили. Вот так вот сам себя подкидываешь. Прикольненько. Можно перелетать, а я не успел. Ну, думаю, добьют. Так, окей. Ну, не топовый у нас состав, конечно же, для этого дела, но ничего не поделаешь. Постараемся ушатать. Тут чуть-чуть. Я, в принципе, один билетик взял. Нужно бегать здесь. Не хочет. Ну, самое оптимальное, что у нас был состав, это Пэм. Прима сюда заходит, Бур заходит. Ну, то есть от хила Пэм однозначно здесь нужна, особенно если она будет десятка, как у меня есть, она реально кайфовая, она с каждого удара еще дополнительно 30, каждого попадания 30 отхиливает всем, кто в зоне, то есть радиус у нее круг такой же, как вот и у ее отхила здесь, стандартного, плюс она еще дополнительно с каждого попадания будет отхиливать 30%, что тоже очень-таки неплохо. Давай. Вот опять он идет. Сейчас он у нас, наверное, ушатает. Хотя должны, в принципе, затащить. Ифу, конечно, подпустили. Вот видите, я бочку кинул. Надо аккуратно, потому что можно реально разбивать эти стены, и потом они будут просто сюда забегать. Так, уйди от сейфа. В принципе, затащили так, ну а теперь надо еще быстро всех убить. Опять же, тут лучше бегать со своей тимой и надеяться на рандом, потому что рандом разные бывает. Ну вот, подскакивает он неплохо. Пассивочка, конечно, веселая. Вы их не бьете? Сейчас нас всех нафиг посливают. Ай-яй-яй-яй. Все. Походу все. Не успеваем, видите? Просто не успеваем таким составом убить. Вот так вот, ребят. Такой вот герой. Не знаю, мне реально он нравится. Чем он хорош, я вам показал. Уже каждый сам себя выбирает. Но его можно получить за 2000 кубков. То есть это не проблема. И реально он будет во многих местах шатать. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Кого вы хотите увидеть еще на обзоре на максималке, тоже можете писать. Всем удачи, всем пока.